Хорошо, давайте. Пророк Самбой. Давайте послушаем. Давайте послушаем, что нам тут наделал. Боже, а чё он лысый? А зачем он лысый? А что с ним случилось, а? Он думает, что он это, что мужик типа решил стать лысым и все, и с ним перестал это фитовать Трэвис Баркер или что? По-моему, мужик не очень доволен тем, что с ним сделала жизнь. По-моему, не очень. Мэтт Хиффи тоже лысый. Ага. Не, ну типа понятно, что тут MGK этот косплеит этого Аанга из Аватара. То есть, типа, вот это вот. Стрелку себе. Если бы он бы еще бы стрелку бы нарисовал синюю, это вообще было бы прям оно. Это было бы прям совсем оно. Чем я говорю, вот типа, ну, по крайней мере, вот этот вот кусок же сделан просто под 4 аккорда и под вокальную вот эту манеру. Па-да-ба, 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 па-да-ба. Все. Смотри, стены раздвигает. Смотри, что делает чудеса хромакея с людьми, а? Это очень важный был музыкальный компонент, вот это. Вот ради этого миллионы долларов люди платят, да? Ой, слушайте, ребята, а мне что-то кажется, опять же, чисто по визуальному, это какой-то уже начинает быть похожим на Оливера 3. Вот, не знаю, я увидел вот эту гигантскую гитару, и сразу у меня ассоциация с Оливером 3, потому что он вечно с первого дня педалирует вот такую некую мемность, некую абсурдность и некоторую юморную составляющую. Просто для MGK это немножко странно. Ну ладно, слушаем дальше. А вообще примерно та же история, что и с Гриндеями. Единственное, что у этого чуть-чуть поярче выражен гитаризм, и он даже вот здесь такой. Да, вряд ли гранж. Оно вот именно поп-пунковое. Оно именно поп-пунковое как раз. Куда ж? Я уже и забыл, я уже на него внимания не обращаю. Я уже тупо на Баркера внимания не обращаю совершенно. Иногда я думаю, зачем Баркеру так много барабанов и так много тарелок? Он же ж максимум играет тупо польки. Все. Короче, да, с мемностью у пацана все в порядке. Я вот так вообще думаю, что это все даже вот кто-то там писал про патлы. Wizard 7, здравствуйте. Кто-то там писал про патлы, я Привет, думаю, это Влад. патлы примерно как у этого, как у Мейнарда, типа любитель париков, которые реально натуральны и реально Привет, похожи на Влад. настоящие волосы. Вот, просто тут дело с Келсом не сколько в вокальных способностях, а именно вот в способности прописать именно какую-то мелодию. Частично это зависит от того, что он не владеет своим голосом от начала до конца, но и частично... Это многое говорит о песне, когда клип ярче. Когда клип ярче, клип динамичнее, когда Баркер в клипе звучит и выглядит лучше, чем в жизни. Вот так вот. Зеленоглазое такси. И на самом деле оно и ощущается больше как слегка припанкованный Оливер 3. Слегка припанкованный Оливер 3, потому что манера вот эта вокальная заунывная, она чувствуется также, минималистичный гитаризм точно так же чувствуется. Единственная разница, что Оливер 3 при этом выдавал неплохие мелодии еще при этом. Тут же пока ни о чем. Клип намного ярче песни, если бы вот под этот видеоряд кинуть какую-нибудь песню старую, MGK, это, мне кажется, было бы веселее. Смотри, что делать. Вот так вот я могу. Называется, когда скиллы заменяем этим циркачеством. Это, знаете, как вот эти вот бармены. Та же самая история. Оливер Дерево под названием Оливер 3. Это пацанчик-рокер, который очень мемный и который звучит плюс-минус неплохо. Ни о чем, короче. Вот тупо ни о чем. Тупо ни о чем.
Я говорю, вот мне кажется, что чем дальше в лес, тем толще партизаны. И у МГК вот эта вот работа с поп-пунком, она, мне кажется, на данный момент хуже и хуже. Посмотрим, если он будет делать подобный звук, подобный стиль дальше в других синглах, посмотрим, к чему это приведет. Но пока, пока самая яркая музыкальная... Ну, такое, нормальный трек, ну, он-то нормальный, но он ни о чем. Он тупо три аккорда и песня «Хей, хей, ей, а мима, 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 хей, хей, ей». Это такое, такое, даже это не сравнимо с предыдущим. Сейчас, мне просто чисто ради эксперимента, сейчас мы вставим нормальную песню под вот этот видеоряд. Отлично, отлично. Абсолютно лучше, намного лучше. Что и требовалось доказать. Знаете, мы берем нормальную песню, мы добавляем вот этот клип, который снят очень дорого, очень качественно. И Lyrical Lemonade, он типа снимает клипы безусловно круто. Он крутой клипмейкер по умолчанию. Но вот это «Hey, hey, hey, keep my baby, baby, baby», вот это зачем, кому, куда? Так что да, MGK примерно на том же уровне, что и Green Day. Вот да, пообслушаются своих тулов. А как ты думал? А как ты думал? Не, ну типа, а как ты думал? Да шо ж, так как. Так, поскольку мы послушали красивое, давайте послушаем еще более красивое.